Ну что ж, всем привет, с вами снова я, и на этой неделе я, наверное, сделаю неделю 91 и сниму реакцию на все их новые клипы, надеюсь. Вы же меня простите, если это не будет. Вот. Я искала нормальный фэн-кам или хотя бы официальный клип или еще что-то на песню Айзи за Кью. Ля, ну, нормального ничего не нашла, что-то нашла, вроде нормально, поэтому давайте смотреть вместе. И раз, два, три, поехали, раз, два, три. Знаете, зачем я так делаю? Потому что мне очень неудобно, когда я обрабатываю видео, мне неудобно сопоставлять, потому что я в наушниках, я не слышу, куда начинается видео, вот. Поэтому вы меня, наверное, простите, да, за это. Поэтому, ладно, раз, два, три, поехали! Мощно. Вау, вау. У меня аж прямо этот просто по инерции под музыку. Вот, на самом деле, вот айдолы, да, звезды, вот такое на сцене стоять, вот, ну, просто на AZ посмотрите, вот того вот эта вот манера, как бы, да, на сцене стоять, это настоящая, это манера звезды, это айдол, это на самом деле, это айдол. Такому не научат, если у вас этого нету, вот, где-то внутри, да, это, ну, ты будешь зажатым на сцене. Они просто, понимаете, они ловят кайф от этой песни, от выступления в целом, они просто ловят кайф. Они просто ловят кайф. Серьезно. Как людям удается так читать рэп? Как? Объясните, я не понимаю. Вообще не понимаю. Вот не укладывается в голове у меня. Стою такая, сама по себе что-то башкой думает. Музыку же не слышно. Один исполнитель корейский есть, Бобби, вот. У него тоже была вот типа что-то типа концерта, какая-то программа была. Я когда там просто на концерте услышала эту песню, я просто смотрела также клип, я просто сидела, вот у меня просто взяла, вот на самом деле взяла кайф, я просто сижу вот так и качаю головой. Это круто. Здесь я тоже просто получаю кайф, серьезно. Ай, все вышли на эти вайн. У меня даже не получается так делать, как рэперы делают. Понимаете, что мне это не идет? Это офигенная песня. Даже сейчас не поленюсь, да, вот телефон рядом, сейчас прямо я ее прямо сейчас добавляю. Я прям вот ищу ее и добавляю прям сейчас же, вот, серьезно. Пока я хотела добавить песню, кончился клип. Вот. Блин, ну это, блин, вынос мозга, это круто. Я не знаю, как еще по-другому выразиться, потому что я... впервые такое вижу, мне это очень нравится. Спасибо вам, то, что я, конечно, понимаю, что долго реакции не делала. Спасибо вам, что мне подсказали реакцию сделать.
Спасибо, блин, серьезно, спасибо. Я вас всех очень... Ну, я вас обожаю, блин, я не знаю. Это круто, вот серьезно. Все, я с вами прощаюсь, всех вас люблю. Пока-пока.